Студенты Института физики Казанского федерального университета на основе данных лазерного сканирования создали виртуальные модели главного корпуса КФУ и городской астрономической обсерватории. Трехмерные модели зданий Казанского федерального университета скоро пополнят базу программы Google Планета Земля. Студенты максимально точно смогли измерить все параметры здания и воссоздать строение с минимальной погрешностью с помощью лазерного сканера. Лазерный сканер – это уникальное устройство, которое позволяет за одну секунду произвести до миллиона измерений. И точность этих измерений буквально 2-3 миллиметра. В будущем студенты и сотрудники планируют работать над каркасными моделями, чтобы дальше наполнять конструкцию и создавать уже информационные модели здания. Артем Тупичкин, Динара Хисамова, Владимир Нелюбин, Универньюз.